Всем привет, меня зовут Виктор Богданов. Сегодня я покажу работу в стойке, переводы из стойки в партер при помощи таких приемов, как армдраг, Russian Tie. Многие знают как бы эти приемы, многими пользуются. Но я покажу свои как бы фишки, свои моменты. Это подойдет тем, кто работает в основном ноу-ги, выступает на соревнованиях по BJJ ноу-ги, сабмишн-рестлингу, ММА и тому подобному. Будут тут показаны не только приемы там со стойки, но и будет продолжение в партере, как дальше развивать свою атаку после перевода армдрагом или Russian Tie. Значит, данная техника, которую я сейчас вам покажу, называется русский галстук. Она может применяться в различных переводах в партер. Также можно закончить болевым приемом прямо в стойке. Значит, обычно бывает в стойке, бывает такая работа, называется collar tie, да, вот они захватывают вас за шею и начинается вот борьба, да, вот. Отсюда обычно русский галстук, да, как говорится, прижимаем эту руку к себе, поддаем плечом и забираем руку. Вот эта позиция называется русский галстук. Заход на позицию Russian Tie из позиции Collar Tie. Захватываем, прижимаем к себе руку, подбиваем под трицепс, чтобы свое плечо было сверху. Прижали, подбили, зашагнули. Руку на себя, плечо вниз. Также в эту позицию можно прийти, если вас взяли за руку. Вы сбиваете руку, дергиваете, зашагиваете. Еще раз. Вот борьба вас контролирует за руку. Этой рукой вы сбиваете, руку на себя выдергиваете. Следующий шаг сюда, за него. Руку на себя загружаете. Вот начали бороться, меня захватывают. Я сбиваю свою его руку четко вниз, а свою руку дергаю на себя. Вот. Вот в этот момент я руку тяну на себя, а сам делаю приставной шаг и зашагиваю за его ближнюю ногу. Захватываю плотно, как можно плотнее его плечо. Эту руку тяну к себе, оказываю воздействие вот на локтевой сустав и загружаю его вниз. Вот его естественная реакция будет выпрямляться и тянуть руку на себя. Вот в этот момент мы руку даем ему навстречу, и вот эта рука, которая у нас была на бицепсе, заходит под свою. Одновременно с этой рукой оказываем давление локтем вниз. То есть своими костями, получается, оказывается, здесь воздействие. Также вот если вас взяли на плечо, то же самое. И на плечо или за шею. То же самое движение, только уже другой рукой. Прихватываем, прижимаем именно к себе. Плечо подаем навстречу и точно такой же приставной шаг. Эта рука у нас уже заряжена вот сюда. Смотрите. И вот так же мы заходим в это положение. Глубоко здесь, рука на себя, воздействие на локтевой сустав грудью. Человек начинает выпрямляться, вы ему навстречу вместе с ним вот. У вас рука заводится вот прям вот сюда. Начинаете вот здесь болевой эффект. Пилит вот эта часть. И вот эта часть вот здесь. Название пока мы не придумали, но мы над этим работаем. Может быть, напишите в комментариях ваши предложения. Ну,
если мы будем для более продвинутого пользователя, как говорится, да, он будет выпрямляться. Может быть, там любой там этот начинающий, он и вот этого упадет. Движение, да, это обычно так. Мы забрали. Раз, руку на себя, плечо вперед. Вот. И это уже как бы болевой прием, уже как бы уже реакция. Вот. Но если мы для более продвинутых поясов говорим о технике, то любой человек будет защищаться начинать от этой техники. Вот. Забрали, прижали, подбили, забрали, руку на себя тянем. Его нормальная реакция, вот она будет. Раз, завели сюда. Вот мы его контролируем, видите? Если даже болевой не пошел, у меня очень четкий узел. Обратите внимание, у меня руки, я его не держу. Посмотрите, у меня руки как лезвие или как выпрямлены. Я не теряю вот этот вот захват на время на него. И вот после этого движения я делаю тоже приставной шаг. Видите, вот сюда. Я его сажаю. Вот. Вот после этого я уже провожу сюда и делаю здесь захват уже здесь. На нем. Тяжело как рассказывать, а? И показывать. Борьба, вас схватили за кисть. Освобождаемся, заходим. Человек реагирует. Помогаем ему в этом. Загружаем именно, посмотрите. Я как будто облокачиваюсь на свою руку, своей рукой. И вот этим локтем, который тоже я выдавлю вниз, видите? Вот. Приставным шагом вот я сюда захожу. Оказываюсь здесь, в черепахе. Вот у меня уже эта рука автоматически уже близка вот к этому движению. Видите, вот я захожу. Второй рукой я захожу вот сюда, забираю его сюда. Вот эта нога заходит под него. Как вариант. Сбиваем, забираем Russian tie. Человек реагирует, выпрямляется, закручиваю здесь. Бывает, что захват у меня остается, не получилось у меня вот подставить это. Болевой не будет такой сильный. Тогда я делаю приставной шаг. Раз, два. И человек оказывается в положении черепахи. Отсюда сразу же можно отпустить кисть и перейти на плечо. Отсюда отпускаю его руку, оказываю давление, забираю его руку сюда. После этого вставляю ногу под него и забираю спину. Захваченную руку освобождаем. Такой мощный удар вниз с выдергиванием руки. Раз. Потом приставной шаг и выводим руку на себя. Заходим ему за спину. Естественно, человек реакция будет выпрямляться. Но если у меня не получилось завести вот так вот руку, тогда вот я оставляю вот этот захват. Тяну на себя, оказываю давление вот на свою. Приставным шагом. Тогда я перевожу его в положение черепахи. И вот эта нижняя рука сразу же заходит ему на плечо. Этой рукой я его контролирую. Отпускаю, накатываю его вперед, забираю его руку. После этого вставляю ногу под него, забираем спину. We'll be right back.
Новогорске данная техника может пригодиться как для посетителей баров и ресторанов, так и для охранников. Следующая техника тоже называется перевод при помощи русского галстука в партер, но уже с продолжением болевого приема на эту жру, которую мы захватываем при Russian Tie. Это вам поможет заработать сразу же 2 балла за перевод в партер, показать красивый бросок, высокоамплитудный, а также завершить техническое действие и сделать болевой прием уже в партере. Вот мы берем на... Мы уже находимся. Захватили руку на русский галстук. Завязали. Завязали. Голова у нас упирается в ухо соперника. Теперь наша задача убирать нашу вот эту опорную ногу и стремиться к его дальней ноге уже головой. Размахиваем этой ногой. Держим захват. Не отпускаем. Захват. Перешагиваем обязательно голову. Вот у нас рука здесь осталась. Обратите внимание, да, вот если вы забрали руку, ее нужно очень правильно завязать, чтобы человек не мог, соперник не мог освободиться. Заводим ее сюда, заводим руку под руку и очень плотно тянем на себя. Очень плотно. У него возникает болевой эффект. Головой упираемся ему в ухо. И получается, мы его руку на себя, головой в него. И дополнительное воздействие на эту часть у нас получается. Отсюда вряд ли человек сможет ее освободить. Попробуй. Во-первых, больно. Во-вторых, я полностью могу его контролировать и таскать, как мне угодно. Важно. Тянусь сюда, подставляю сюда. Голова ему упирается в ухо. Взяли, освободились. Приставным шагом зашли. Ногу за него поставили. Завязали. Завязали руку. Головой уперлись в ухо сопернику. После этого убираем свою опору и прогибаемся и крутимся, стараемся головой попасть именно вот лицом вот к его ноге. Не бросаем захват. Раз, два. Сели на голову. Вот рука вот здесь осталась. И продолжаем аккуратно доделывать прием. Вот. Обратите внимание, вот мы приходим в это положение. Я, как у меня был захват, так он и остается. Вот я здесь вот прихватываю руку еще сильнее вот уже этой рукой. Поджимаем его спину, накатываемся на него, чтобы в темпе догнать его обязательно. В броске может он просто отлететь от вас, чтобы не потерять именно вот этот захват. Перешагнуть голову, чтобы исключить возможность его вращаться. И вот, как держал, второй рукой себе помогли, подтянули аккуратно сопернику, чтобы не повредить. Спасибо. Взяли, загрузили. Что будет дальше? Человек будет защищаться, да? Если вы будете не оказывать давление на голову, человек может выпрямляться,
зашагивать на вас, обязательно важно в этом моменте вот этой рукой воздействовать именно на все плечо, именно загружать его вниз сюда. И контролировать его, как будто этой головой. Обязательное давление вот сюда. Облокачиваетесь на свою руку. Вот как рычаг у вас работает рука. Понимаете? Вот. И контролируем его. Вот. Если он будет выпрямляться всегда можно отсюда перейти, говорится, и сделать бросок. И он это, любой соперник это понимает. И говоришь, и делаешь очень это как бы нелегко. Дыхалка какая-то специальная для этого должна быть. А у меня была такая ситуация, это, конечно, с вольной борьбы. В стойке нормально уже дышишь. И когда мы стали изучать этот граплинг в партере, вообще задыхался, умирал. И пока я вот это настроил, и стоечная борьба, и партеровая борьба тоже абсолютно разное дыхание. Еще если и говорить, это очень жара получается. Если там у нас человек выпрямляется, идет на нас. Смотрите, отсюда у нас сразу же открывается другая возможность перевести его в партер. Смотрите, раз, дальняя нога. Обязательно. Две ноги вместе, чтобы нам избежать попадания в гард. Это позиция. Не даем ему повернуться на спину. Раз, два, три. Человек начинает выпрямляться. Раз, взяли. Две ноги. Зашли сюда. Дабл. Еще один вариант развития атаки из русского галстука с завершением в стойке. Это будет удушающий прием, называется Dars Choke. В предыдущих вариантах, да, нам удавалось, да, зашагнуть ему за ногу, здесь вязать, здесь атаковать, да. Бывает, если соперник не пошел на это дело, а остался как бы, или отсюда, остался перед нами. Вот. Что нам остается? Забираем все равно этот захват. Делаем приставной шаг и этой ногой выбиваем его. Он, видите, автоматически или технически наклоняется, и у вас эта рука четко заходит ему на шею. Плотно прижимаете голову и руку блокируете. Отпускаем руку, забираем, завершаем. Прихватили. Набрали, выбили, расставили, захватили, прижали, задушили. Прихватили, набрали, выбили, расставили, захватили, прижали, задушили. Оказавшись в этом, когда вот выбиваете именно... Человек непроизвольно, да, оказывается в таком положении. Он стоял же на ногах. Когда вы приставным шагом выбили, он туда попадает в это положение. И ему хочется, естественно, восстановиться инстинктивно. Вот эта рука не дает ему, она, видите, как крючок. Такой крючочек. Вешаете и действуете вот сюда, уже не даете ему выпрямиться. Плюс вы руку держите, плюс вы загружаете его всем корпусом, висите на нем. Ему тяжело выпрямиться. Попробуй выпрямиться. Видите, я ему не дам выпрямиться. Это невозможно. И вот отсюда уже завожу ручку, прихватываю себя на бицепс, и уже здесь происходит вот этим местом воздействие на соники.
Еще одна техника в дополнение к нашей технике Russian Tie с переходом на Dars Choke. И продолжим это движение броском с переводом в партер. И завершение уже Dars в партере. Та же самая техника. Забрали, завязали. Только теперь смотрите, мы не вяжем руку, а именно оставляем прямой, подставляем руку вот сюда, вот. Вот, видите, получается колено, и вот такое воздействие на этот прием. Рука сюда заходит, забирает сюда, и теперь мы убираем вот эту ногу, как опорную. И делаем бросок. Раз. Забрали. Забрали русский галстук, да? Выставляем ногу вперед. И видите, получается, как мы его воздействуем на локтевой сустав. Отсюда прихватываем его. Прижимаем, фиксируем здесь. Чтобы он не мог выпрямляться, не мог никуда защищаться. Отпускаем руку и сразу переходим на дарс, стойки. Если... И отсюда убираем вот эту нашу опорную ногу. И прогибаемся, и закручиваемся, как на анаконду. Приходим уже в это положение. Откидываем ноги назад. И делаем, завершаем прием. Смотрим еще раз, освобождаемся, подставляем ногу, воздействуем на локоть грудью, он очень согнут, прижимаем его за шею, делаем захват, дарс, здесь его неудобно тянуть, душить, и для этого мы делаем бросок через спину. Здесь уже, извини. Спасибо. Несите следующего. Такая вот техника. Еще одна техника из стойки позиции русский галстук с переводом на анаконду и удушение. Забрали. Смотри, обратите внимание, мы забираем, воздействуем сюда. Верхняя рука у нас сползает до сгиба. До сгиба. Вторую руку мы отпускаем, и обратите внимание, куда я ее пропускаю. За плечевой сустав здесь. Получается, я двумя руками к себе его прижимаю. Делаю шаг, отшаг такой, и движение. Отсюда. Вот в этот момент, вот эта рука остается всегда здесь. Она как вот оббивает. Вторая рука вместе с коленом заходит в положение, как крокодильчик или как. Головой обязательно поджимаем плечо. И начинаем сводить локоть туда внутрь, чтобы соединить с бородой. Когда мы их соединяем, головой еще плотнее прижимаем. И тянем локти друг к другу. Как будто головой стремимся под него. И выпрямляем левую ногу. Приходим сюда. Распускаем захват.
Закрываем. Раз. Раз. И завершаем удушение. Еще раз показываю, смотрим внимательно. Захватили, освободились, забрали. Внимательно опускаем свою верхнюю руку до сгиба, только прижимаем обязательно к себе. Отпускаем руку в это образовавшееся пространство, просовываем вторую руку, захватываем за плечо. Вот такая лодочка, крючок. Отшагивающим движением сажаем соперника сюда. Руку держим. После этого оставляем руку здесь. Забегаем спереди, захватываем за подбородок. Скользящим движением убираем локоть, соединяем руки. Делаем вращательное движение. И добегаем. Укрепляем захват. Вот так вот. Тренируйтесь. Продолжение.